Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Для тех, кто еще не знает, мы живем в Эстонии, поэтому сегодня мы решили приготовить национальное рождественское блюдо мульги капсет. И как говорят у нас в Эстонии, Рождества не бывает без мульги капсет. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Для этого блюда в классическом варианте понадобится свинина, и чем жирнее, тем лучше. Но, конечно, можно взять любое мясо, которое вы любите. Будет тоже вкусно. Мясо нарезаю средними кусочками. Сразу разогреваю сковороду и лук режу полукольцами. Чем больше лука, тем вкуснее. К луку добавляю мясо, соль и перец по вкусу и немного обжариваю. Друзья, будем рады вашей подписке и признательны вашим комментариям. Спасибо вам за лайки. Теперь нужна кастрюля с толстым дном или чугунок, утятница тоже подходит. На дно выкладываю немного капусты, потом мясо с луком и соус тоже выливаю в кастрюлю. Перловку хорошо промыла и замачиваю на 2 часа. Воду надо слить, а перловку сверху на мясо. Теперь выкладываю всю оставшуюся капусту, добавляю ложку сахара. Если любите покислее, тогда, конечно, сахара поменьше. Обязательно лавровый лист и тмин. И всю эту вкуснятину заливаю водой. У меня теплая, так быстрее закипит. Вода должна слегка покрывать капусту. Закрываю крышкой и на большой огонь. Как закипит, огонь на минимум и тушить 1,5-2 часа. Ни в коем случае не перемешивать. Самое сложное в этом блюде – дождаться, когда оно приготовится. Аромат сумасшедший, а оператор уже ложку приготовил. Все готово, теперь перемешиваем, выкладываем на блюдо и на стол. Друзья, канал «Прошу к столу» от всей души поздравляет вас с наступающим Рождеством. Тепла, уюта и благословения вашему дому. Подписывайтесь на наш канал и обязательно делитесь видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!